Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Как прощались с Владимиром Кяловым? Солдата не стало на второй день службы. С уроженцем Ставрополя Владимиром Кяловым простились в день рождения его младшей сестры. Об этом рассказала Светлана Кялова, мать солдата. На своей странице в Инстаграме женщина написала, что проститься с сыном пришло очень много людей. «Прощай, сынок! Как встретимся, повеселимся», говорится в сообщении Светланы Кяловой. Она также добавила, что в этот день у младшей сестры Насти был день рождения. Девочке исполнилось 12 лет. Знакомые Светланы в комментариях выражают ей всяческую поддержку и призывают быть сильной. Они также вспоминают, каким прекрасным человеком был Владимир. Напомним, Владимира Кялова не стало спустя 2 дня службы в одной из воинских частей Белгорода. Как сообщают официальные источники, причиной стала острая коронарная недостаточность. Родители солдата считают, что причиной могли стать неуставные отношения со стороны старослужащих. В официальную версию родители и близкие категорически не верят. По данному факту проводится проверка, но как она у нас проводится, мы все прекрасно знаем. Яркий там, например, Рамиль Шабсудинов. Подписывайтесь, если хотите сразу узнавать о новых публикациях. Оценивайте, если было интересно.